Ахре Ашварим, а также еще одного нашего главного гостя, футболиста «Зенита» Сердара Азмуна. Ну, Екатерина любезно поможет нам с переводом. Перед тем, как я предоставлю слово вам, у нас еще будет какое-то количество минут для того, чтобы задать вопросы или какой-то комментарий позволить себе в адрес кино. Я хочу сказать, что глубоко символичным является то, что на Ленфильме в течение многих десятилетий работал король советского спортивного кино. Иначе не скажешь, это Виктор Александрович Садовский, который все свои художественные, игровые, полнометражные картины снял о спорте. И каждая из них становилась классикой жанра. Помимо футбольных картин, он снял картину о конном спорте, где главным героем являлась скаковая лошадь по имени Грант. Если у вас возникнет интерес, то вы можете с помощью интернета эту картину посмотреть. Но связь времен такова, что мы также сегодня будем наблюдать фильм, где главным героем является лошадь. И все кинематографисты знают прекрасно, что самым сложным видом фильма, самой сложной кинематографией, является картина, в которой главную роль исполняет животное. Это совсем не фильм с огромным количеством спецэффектов, а это именно тот фильм, который мы будем смотреть с вами сегодня. Сейчас я предоставляю слово режиссеру картины, которую мы будем с вами смотреть, Бахаре Ашвари. Пожалуйста. Ашвари. خیلی خوشحالم و خیلی هیجان زدم برای نمایش امروز، برای اینکه واقعیت اینه که خیلی دوست داشتم که به خاطر آقای آزمون که میدونستم طرفدارای زیادی تو این شهر داره، این فیلم رو اینجا اکران کنم، ولی با یک چیز دیگر اینجا مواجه شدم که خیلی برام جذاب بود و تازه میفهمم که چطور این کشور انقدر علاقمند به هنر و فرهنگ غنی داره، در زمینه ادبیات بسیار فاخره و خیلی الان بیشتر باعث افتخارم که در اینجا اکران فیلمم رو دارم. Добрый вечер. Я рада всех присутствующих приветствовать в этом зале. На самом деле для меня это огромная честь, что сегодня мой фильм демонстрируется именно здесь, в Санкт-Петербурге, поскольку, как я поняла, приехав сюда, Санкт-Петербург — это не только город, в котором любят футбол, любят свою команду, любят Азмуна, но и город, в котором любят прежде всего искусство. И для меня большая честь, что именно в этом городе сегодня на экране появится мой фильм. سلام عرض میکنم به همه دوستای خوبم، مخصوصا آقای تیموشوک، لژند اوکراین. ممنونم که اومدین این فیلم سری. من خیلی خوشحالم که اولا اومدیم به اکران فیلم سری تو سن پترزبورگ و منم خیلی هیجان زدم که تونستم فیلم سری رو بیاریم اینجا به کمک خانم افشاری و دوستای خوبم. امیدوارم که از فیلم لذت ببرین و منم با گلای من هواداره زنیت اینجا خوشحال کنم و امیدوارم که از فیلم لذت ببرین. من دیگه یادم رفت که تبریک بگم به طرفداری زنیت که میدونم خیلی تعداد زیادشون هم اینجا الان تو سالن هستم به خاطر قهرمانی پری روز. Госпожа Афшари, забыла поздравить всех болельщиков «Зенита» с чемпионством. Ваши друзья. И чемпион. Господин Сардор, очень рад приветствовать всех здесь. И надеется, он очень взволнован на самом деле тем, что сегодня на экране фильм «Сирик». И очень рад тому, что получилось привести его сюда,
благодаря стараниям и госпожи Афшари, и получилось его здесь продемонстрировать сегодня, и желает вам наиприятнейшего просмотра. در مورد این فیلمم یه خورده توضیح بدم که یه خورده آشنا بشیم به این فیلم در مورد قهرمان کشی در ایران کسی که میخواد قهرمان بشه و دوست ندارن به اون قد برسن و کمکش کنن که بالاترین سطح برسن. Я хотел бы несколько слов сказать перед просмотром о содержании, о сюжете этого фильма. Этот фильм о том, как часто не позволяют героям стать героями. То есть на самом деле о том, как препятствуют тому, чтобы кто-то достиг вершины, достиг пьедестала, достиг победы. Об этом наш сегодняшний фильм. Надеюсь, что вы получите удовольствие. И вы знаете, что господин Азмун, хоть и в футболе, в хорфе и в дараже, в кино, в очень хорошем качестве, و تقریبا من پیر شدم زمانی که با آقای آزمون کار کردم ولی نتیجه شد قهرمانی برای زنیت. Госпожа Афшари говорит о том, что хотя господин Азмун прекрасно играет в футбол, работать с ним было не очень легко в качестве актера. Говорит, что я постарела на несколько лет, пока мы снимали этот фильм. Но, тем не менее, наши старания увенчались успехом, и Зенит стал чемпионом. У нас есть еще время для того, чтобы задать три вопроса непосредственно ему. Чья рука поднимется первая, тому я и передам микрофон. Так, пожалуйста. Вижу. Туркменче дай один, первый туркменский разговариваем, потом по-персийски. Гелефим еле туркменсана, туркменсана, мен ай он ил волли ки гелмедим. Иншаллах, венем форсетте мен гелен хаттен, ила аримасы. Нифи форсет. Аз ман суал керден ки туркменсан ми айин. Ва ман уртан ки ба афтахар митунам биям. Ва иншаллах, дар اولین فرصه حتما به ترکمنستان میام چون 10 سال به ترکمنستان نیومدم. Господин Азмуна задали вопрос по поводу того, собирается ли он посетить Туркменистан в ближайшее время. И господин Азмун ответил, что, конечно, это будет большая честь для него, поскольку уже 10 лет он не был в Туркменистане и надеется, что в самое ближайшее время сможет посетить эту страну. Спасибо. Вижу. Сердар, привет. Поздравляю тебя с чемпионством. Вопрос следующий. Почему конь? И почему нет? Хороший вопрос. Вчера ас в кухне. به خاطر اینکه ما از کوچکی در جایی که زندگی میکنیم ترکمن ها کلن علاقه زیادی به اسب دارن و توی هر فامیلی که میتونیم بریم مثلا 10 تا فامیل باشه 100% تو 9 تاشون اسب دارن و منم جزی از همون آدم هم که عاشقانه اسب رو دوست دارم و دوست خواهم داشت چون از بچگی باش خیلی خاطرهای خوبی داشتم که میتونه خیلی احساساتو درک کنه و اونا مثل همه آدما مهربان و قلب پاکی دارن. Ну, отвечу на ваш вопрос так. В Туркмении, наверное, очень мало найдется людей, кто не любит лошадей. Мы очень любим лошадей, и, в общем-то, туркмены известны своей любовью к лошадям. Из 10 семей, наверное, 9 лошадей либо держат, либо вот как-то они у них есть. И в моей семье я с детства был с лошадьми, и для меня лошадь — это как человек. У нее есть сердце, чистое сердце. Она способна понимать человека. И именно поэтому, поскольку с детства я был рядом с ними, и у меня только самые прекрасные ощущения от общения с этими животными, темой этого фильма стал конь.
Спасибо. Время позволяет нам задать последний вопрос. Есть ли желающие? Ну а так как рука так и не поднялась, то нам остается еще раз. А, прошу прощения. Есть вопрос? Другой туркмен. Раз мы сегодня говорим о лошадях вообще, и сам фильм будет про коня, хотелось бы узнать подробно про породу этой лошади. Ну, расскажите, пожалуйста. اسم من متاسفانه آخر تکه نیست. میدونم ترکمن ها علاقه زیادی به آخر تکه دارن. آخر تکه یه اسب کاملا خوشگل با نژادی خیلی سالهای پیش و ولی اسم من نه آخر تکه نیست و توربرت که خارجی هست پدر مادر انگلیسی و استرالیایی داره و امیدوارم که مثل من شما هم عاشق سریک بشین چون من علاقه زیادی به سریک دارم یعنی نقطه قرمز من سریکه و امیدوارم که خوشش بیاد. Ну, к сожалению, может быть, моя лошадь не туркменской породы. Вот я не совсем разбираюсь в лошадях, наверное, туркменские друзья лучше. Ахалтеке, да? Ахалтеке. Это не туркменская порода, у него родители из Англии, из Австралии. Но, тем не менее, я очень люблю его, и для меня он, в моей жизни он играет очень важную роль, и он очень важен, дорогое для меня существо, поэтому я надеюсь, что вы его полюбите так же, как и я, и не сомневаюсь, что он вам понравится. У меня тоже Ахатеке тоже есть. Один. Да, большое спасибо.